Его Величество прибыл. Зашан, что ты? Прошу от имени моего старшего предложите помолвку. Четвертой госпоже Чен. Моей дочери не хватает дисциплины. Она непослушна. Это хорошее предложение. Только Шаошан его недостойна. Шаошан не та нежная девушка, которую предпочтут другие. Но для меня... Она невинна и мужественна. Смеет любить и ненавидеть. Только она может быть рядом со мной. Я женюсь. Только на ней. Мы порядочные девушки. С хорошими манерами. В отличие от той, кто флиртует и соблазняет других. Сегодня я наконец поняла, что такое власть. Шаошан. Вам не нравится власть? Это ваша власть. Я с детства упряма. Меня нельзя приучить, я не буду вас слушать. Женитесь ли вы на такой, как я? Конечно. Но для меня она лучшая девушка в столице и во всем мире. Отец, мама, я решила, я выйду за него. Господин. Оставьте его в живых. Что происходит? Молодой господин, я нашел лекаря, которого мы искали. Он осмотрел лошадей солдат, посланных исследовать зловоние. Если убьют человека, лошадь постигнет та же участь. Из подозрения он провел тайное расследование и обнаружил, что солдаты умерли от ран, нанесенных мечом. Он оставил должность и скрыл свое имя из страха. Изначально я хотел привести его к вам, однако они обнаружили нас. Говори, кто послал тебя сюда? Кто вы такие? Ханю, берегитесь! Ханю! Ханю!
Господин, я позаботился о телах. Зацепок не нашли, даже изучив биографии. Ханю убили, используя военную хитрость. Уничтожение врага. Эти ядовитые иглы наполнены ядом. Обычные кузнецы не выкуют их. Они принадлежат военным. Точно военным? Но повсюду много солдат. Генералов тоже хватает. С чего начать расследование? Ханю узнал правду. Ни один из солдат, расследующих зловоние, не выжил. Но их лошади благополучно вернулись в военный лагерь. Почему наместник Юе не сообщил об этом? Он не расследовал истинную причину смерти солдат. И не сказал об их смерти наместнику Цяняню, убедив его не отправлять подкрепление. И еще. Подтверждено, что солдаты умерли не от зловония. Господин, думаете, наместник Ие заставил их замолчать? Но это были его люди. Доказывая существование зловоний, он обманул других и убил своих людей. Он помешал подкреплению, что привело к падению города Гу. Смерть Ханю доказала. Он знает, что кто-то расследует это дело. Мы не сможем начать открытое расследование. Только тайком. Нужно быть осторожными. Господин, император прислал лекаря Суня. Должен ли я впустить его? Нет. Но император обезглавит лекаря, если он не вылечит вас. Он всегда говорил одно и то же. Разве он обезглавил кого-то? Я не приму его, несмотря ни на что. Почему ты проснулась? Если не хотите спать, я не буду мешать вам. Пойду в боковую комнату. Иди сюда. Садись. Просто я беспокоюсь о Цзишине. Видишь ли, он даже не сказал, что у него повреждена нога. Я не могу спать и есть при мысли об этом. Цзишин всегда сам лечил свои травмы. Если вы не можете уснуть из-за беспокойства, можете вообще не спать. Культивируйте бессмертие. На этот раз все по-другому. Он не только умолчал о травме, но еще и обманул меня. Он наконец изменился. Расскажите мне, о чем он солгал? Сказал, что поранился из-за верховой езды. Лишь глупец поверит ему. С 6 лет Цзишин сроду не падал с лошади. Как же он получил травму? Я слышал, до ранения он был у госпожи Чен. Может, обманул меня из-за опасения, что я накажу госпожу Чен? То же самое произошло и на горе Тугау. Когда я спросил госпожу Чен, он защищал ее и возражал мне. Сейчас он заботится только о госпоже Чен, а не обо мне. Ваше Величество, вы тоже когда-то были молоды. Разве вы не относились ко мне так же? Это другая история. Мы любили друг друга. Но знаешь что? Это госпожа Чен. Такая глупышка. Подумай только. Цзишин повредил ногу. Ты не думаешь, что она должна была навестить его, но она не пришла? Конечно. Предположу, что Цзишин скрыл это от нее.
Я помню, когда вы использовали все средства, чтобы сообщить о том, что ранены, даже если это был всего лишь комариный укус. Если госпожа Чен не знает о ране на Гидзишена, не означает ли это, что он зря поранился? Ты права. Совершенно права. Раз она этого не знает, то я скажу ей. Вызову госпожу Чен завтра во дворец. И Цзэшена тоже. Пусть. Ее сердце болит за Цзэшена, как и мое. Ваше Величество, а за меня? Ваше сердце болит? Конечно. Приветствую, третья принцесса. Госпожа Чен, мы снова встретились. Я слышала, Цзэшен доставил тебе подарки. Ты наверняка соблазнила его своим лицом, верно? Третья принцесса, что вы имеете в виду? Именно то, что я сказала. Как смеешь возражать и не отвечать на вопрос? Слуги, пощечину ей! Стойте! Госпожа Ло, извините. Мы поговорим с принцессой наедине. Пожалуйста, уходите. Что она тебе сказала? Я слышала, она коварна и хитра. Вы даже ногу повредили из-за нее. Она недостойна вас. Цзэшен, я так сожалела все это время. В прошлом вы были добры ко мне, но я была слишком молода, чтобы понять, что вы хороший человек. Помните, как трепетало? Мое сердце. Вы стучали в дверь дворца и просили отца дать лекаря. Да. Вы оскорбляете мою будущую жену, чтобы отомстить мне? Третья принцесса, надеюсь, вы не будете оскорблять других. Его Величество вырастил меня. День и ночь он работал на благо страны, а его дочь накапливает богатство нечестным путем и совсем не уважает своего отца. Перестаньте упоминать о прошлом. Сейчас вы вызываете у меня отвращение. Остановись. Я не такая бесстыжая. Надеюсь, ты не пожалеешь. В этом году мне исполнится 21. С юности Его Величество несколько раз торопил меня жениться. Но о женитьбе я задумался лишь после встречи с Шаошан. В этой жизни она единственная для меня. Генерал Лин, ваша нога ранена. При быстрой ходьбе станет еще хуже. Вчера ты была холодна со мной.
почему сегодня волнуешься? Кто волнуется? Мы помолвлены. Боюсь, император рассердится на меня, если я не позабочусь о тебе. Послушай, я знаю, ты ненавидишь меня за притеснение и оказанное давление, но даже так, я не могу тебя отпустить. Ты подобен божеству, которому молятся в храме. Тебя все боятся и уважают. Божество собирается жениться на мне, и я должна жить вместе с ним. Разве я не имею права на сомнения? Ты всегда такая. Остроумно отвергаешь совет, замалчивая ошибки. Понимаю, что ты имеешь в виду. Мама тоже всегда меня так хвалит. Весней. Похоже. Можешь издеваться, как пожелаешь. Несмотря ни на что, я не приму это близко к сердцу. Шаошан, я выбрал тебя. Ты единственная для меня. Если хочешь разорвать помолвку, попроси императора. Но я, Лин Буи, никогда ее не расторгну. Пусть меня накажут, но я этого не сделаю. Я не говорила, что расторгну. Я не хочу этого. Я пришла в себя. Не знала, каково это — любить кого-то. Потому что с детства меня не любили. Поэтому я сомневалась в твоем намерении. Но, вспомнив прошлые моменты, поняла твою искреннюю доброту. Если я снова отвергну тебя, то это будет бессердечно. Как твоя травма? Почему ты такой невнимательный? Я поранился еще на охоте. Почему только теперь ты спрашиваешь, не болит ли? Боишься его величества больше меня? Ты не так страшен, как он. Чен Шаошан, я знаю. Ты сомневалась в неравенстве наших отношений, что я буду притеснять тебя. Сегодня я заверяю тебя. Я, Лин Буи, отношусь к тебе как к своей жене. Все, что у меня есть, принадлежит и тебе. В будущем я сделаю все, чтобы защитить тебя. И я не буду давить на тебя. Я докажу это. Это зависит от твоих дальнейших поступков. В будущем можешь есть, когда захочешь. А ваши манеры изменились в лучшую сторону. Скажите, вы планируете стать женой Цзэшэна? Сначала нужно пожениться. И все? Ваше Величество, я глупа, раз не поняла, что вы имели в виду. Пожалуйста, простите меня за мое невежество. Скажи, вам не хватает надлежащего поведения, и вы не так хороши в учебе. Тем не менее, Цзэшэн — опора нации. И я отношусь к нему как к своему родному сыну. Как думаете, достаточно ли вы хороши для него? Эй?
Что ты здесь делаешь? Лекарь Сунь сказал, травма ноги ухудшилась. Зачем пришел вместо отдыха? Вставай, Ваше Величество. Я пришел узнать, какие вопросы вы зададите моей будущей жене. Хорошо, не становись на колени, когда ранен. Присаживайся. Вы тоже можете сесть. Давайте, садитесь. Осторожно. Садись. Говорите. Ваше Величество мудр, мои родители покинули столицу и присоединились к войне, когда я была еще ребенком. Дома были только моя бабушка и недобросовестная тетя. За эти годы я едва узнала меньше 100 слов. Свитки, что должна была, я никогда не читала. Даже когда вернулись родители, они решили, что я слишком груба. Поэтому они учили меня читать. Генерал Лин военный. Полагаю, генерал Лин не любит образованных девушек. Во всей столице я единственная необразованная. Полагаю, мы подходим друг к другу. Что за глупость? Цзэшэн очень умен. Чем же он недостоин образованных девушек? Да, Ваше Величество правы. Я думаю так же. Если бы я знала, что в будущем в меня влюбится генерал Лин, я бы училась усерднее. Но теперь слишком поздно. Ваше Величество, хотя Шаошан еще юна, она скромна и осознает себя невысокомерно. Мне нравится это в ней. Конфуций говорил, нужно признавать то, что знаешь, а не притворяться, что знаешь. Редко кто в вашем возрасте понимает это. Помолчи, госпожа Чан. К этой свадьбе уже все подготовлено. Попытайтесь восполнить свои недостатки в будущем. И не принижайте себя здесь. Если останетесь бесполезны, что прикажете делать Цзэшэну? Как думаете? Цзэшэн создает семью. Все внимательно следят за каждым движением Цзэшэна. Как его будущая невеста, вам следует быть предусмотрительной в ведении домашнего хозяйства. Если что-то пойдет не так, пострадает репутация Цзэшэна. Поэтому пройдите обучение во дворце императрицы. Вы должны усердно обучаться. И не отказывайтесь из-за смирения. Что касается деталей, следуйте указаниям императрицы. Ладно, тогда решено. Вам есть что сказать? Если есть что на уме, говори. Обычно император занят, у него редко есть время для нас. Ваше Величество, могу ли я пожаловаться на кое-кого? Очень смело с вашей стороны. В самом деле, подаете жалобу, увидев меня в третий раз? Вы знаете, что жалобы — великое дело, а небрежность — тяжкое преступление. Я ничего не знаю о государственных делах. Я хочу пожаловаться на обычное дело, хотя это пустяковое дело. Великие события в мире были вызваны пустяками. Генерал Лин говорил о вашем великодушии. Он видит вас отца. Поэтому я набираюсь смелости обращаться к вам как к моему старшему. Я не знаю, правильно ли это. Если нет, то я промолчу. Правильно. Правильно. Да. Говорите. Я хочу пожаловаться
на дочь Ван Чуня, генерала кавалерии Ван Лин. Жалуюсь на нее за грубость и клевету во время свадебного банкета семьи Лоу. Что касается чеканки монет, я упомяну об этом, когда появится шанс. Раз так, завершил ли чиновник Пен то, что обещал? Госпожа Ван Сю, не волнуйтесь. Поместье юного господина на территории Шаошунь. Мой хозяин позаботится о его безопасности. Но получить правильную чеканку монет не так просто. Госпожа Ван Сю, осторожнее со словами. Если что-то пойдет не так, вас могут обезглавить. Это просто чеканка монет. Хотя у семьи Цанян сейчас не лучшие дни, но императрица все еще в долгу перед нами. Мы приняли ее семью, когда они скитались. Не отправь мой отец ее к нынешнему императору, у нее не было бы шанса стать императрицей. Мой отец за семью Вэнь погиб в бою. Я все еще могу оказать влияние. Прекрасно. Это письмо господин просил доставить вам. Молодой господин знал, что поставит вас в затруднительное положение, но он вел тяжелую жизнь. Он живет в нищете и едва сводит концы с концами. После полудня он не ест и остается дома. У него не было другого выбора, кроме как обратиться с этой нелепой просьбой. Теперь императорский двор принадлежит семье Вэнь. Людям с фамилией Вэнь повезло. Молодому господину не пришлось бы жить в Шаочуне, если бы принц Саньянь так рано не умер. Этот мир должен был принадлежать семье Цанянь. Однако, почему наша жизнь так тяжела? Мама, отец просил меня найти тебя. Мама, я не знала, что у тебя гость. Забыла, чему я тебя учила? Сначала нужно постучать. Выйди сейчас же. Подождите. Должно быть, это твоя дочь. Она действительно красивая юная девушка. Возьмите подарок, юная госпожа. Пожалуйста, примите его. Вы достигли брачного возраста. Кстати, об этом. Прошел год, как скончалась наша госпожа. Лин еще ина. Мы с мужем хотим, чтобы она была с нами. Кроме того, чиновник Пен – родственник моего мужа. У них большая разница в возрасте. Возраст не имеет значения, если он внимателен и души в ней не чает. Чиновник Пен не оправился от астмы, верно? Не стоит искать новую невесту, пока не оправится от болезни. Госпожа Ван Сю, не забывайте, почему заболел мой хозяин. Он бы не пострадал, если бы не возвращал господина Дзяняня, проходя через зловоние. Из-за этого у него
нет потомства. Люди могут забыть о его доброте. Но вы, госпожа Вэн Сю, не должны забывать. Конечно, я не забуду. Я помогу чиновнику Пэну найти новую невесту в столице. Но он не женится на Лин. Молодой господин заперт в Шоучуне. Он так скучает по своей семье. Ему станет легче, если он хоть раз сможет увидеть племянницу. Мой хозяин и молодой господин могут быть побратимами, но они все равно не семья. Заключив брачный союз, мы станем семьей. Тогда молодой господин не будет командовать им. Случившееся между вами и госпожей Ван пустяк. Нет нужды поднимать это перед императором и императрицей. Не беспокойте их. Раз они относятся к Цзишэну как к сыну, они мои старшие. Конечно, я скажу старшим о том, что произошло в семье. Говорите. В тот день госпожа Ван и другие девушки оскорбили меня публично, назвав надменной и соблазнительницей. Я думал, что-то серьезное. Они просто завидуют вам. Ваше Величество, прошу скажите, если я правда соблазнительница, значит ли это, что генерал Лин околдован мной? Значит ли это, что его величество ошибся насчет брака? Если не скажу об этом, разве люди не подумают, что генерала околдовала красивая девушка? Ваше величество, я знаю, что произошедшее между мной и госпожей Ван пустяк, но вам известно, что болтливым языком можно погубить страну. Семья вашего величества — дело государства. Если семья не в гармонии, страна последует за ней. Ради семьи и страны я пожалуюсь на нее. Я никогда не хотела обвинять госпожу Ван за ее ошибки, но она очень упряма насчет Цзишэна. Если я буду терпеть, она бесконечно будет приставать ко мне. Если она совершит ошибку, это ухудшит ситуацию. Если я пожалуюсь на нее, это улучшит ситуацию. Шаошан права. После помолвки Цзишэна и Шаошан, Лин демонстрировала свое недовольство на публике. Она говорила, Шаошан недостойна Цзишэна. Я слышал это. Я прав? Я тоже об этом слышала. Среди девушек, одержимых Цзишэном, Ван Лин — одна из самых заметных. Вы правы. Итак, чья это вина? Однако, нужно преподать Ван Лин урок, чтобы в будущем она не создавала проблем. Я пошлю Цао Чэна в поместье генерала кавалерии. Шаошан, я обсужу это с его величеством. Раз вы выходите замуж за Цзишэна, вы должны понимать правила дворца. Как насчет того, чтобы остаться во дворце Чэнсю на некоторое время? Я могу дать вам руководство по дворцовым правилам. Но... Ну что? Императрица научит вас лично. Вы что, недовольны? Император, императрица, наместник Цюэлина с женой 10 лет не возвращались из-за войны, и Шаошан с детства не проводила с ними времени. Когда она выйдет за меня, то покинет поместье. Шаошан не может расстаться с семьей. Я не допущу, чтобы она страдала. Думаю, нужно разрешить Шаошан остаться дома. Я буду привозить ее во дворец Чэнсю каждый день для учебы.
Будешь привозить ее сюда лично? Ну, если Цзэшэну не сложно, думаю, это приемлемо. Мы последуем воле Его Величества. Цзэшэн отправит Шаошан во дворец Чанцю рано утром и вечером вернет домой. Каждые 10 дней будет выходной. Что думаете? Да. Я не хочу выходить замуж. Шаошун слишком далеко от столицы. Бесплодная земля с бедняками. Это не место для жизни. Если твой дядя выжил там, почему ты не можешь? Чан Шаошан выходит за Линбуи, а я должна уехать в эту бесплодную землю? Это нечестно. Она всегда презирала меня. Если это произойдет, она будет издеваться надо мной. Она всего лишь дочь генерала. Зачем обращать на нее внимание? Если выйдешь за чиновника Пэн Куня, никто не посмеет смеяться над тобой. Чиновник Пэн — благодетель императорской семьи Тяньань. Ты все равно выйдешь за него. Не выйду. Отец, отец, если я выйду замуж, уехав в Шаочунь, ты больше не увидишь меня. Отец, неужели ты допустишь это? Дорогая, она наша единственная дочь. Как ты можешь отдать ее замуж за Пэн Куня? Наследие предков моего рода в Шаочуне. Учитывая власть младшего брата, его возвращение — вопрос времени. Тогда каждая девушка в мире позавидует нашей дочери, уехавшей в Шаочунь. Это столица, ничто. Дядя бы не остался там, если бы Пэн Кунь не подавлял его все эти годы. Как смеешь? Императорская семья Цанянь сейчас находится в упадке. Если бы не наша семья Цанянь, нынешний император не получил бы 1 000 000 солдат и не победил бы армию императора Ли. Даже императрица выжила лишь потому, что мы взяли ее к себе. Наш род пожертвовал всем ради мира. Твой дядя — единственный оставшийся потомок. Мир в долгу перед семьей Вань. Семья Ван не имеет права отказать. Мама. Но мы одна семья, не так ли? Если бы не упадок семьи Цанянь после смерти отца, я бы не стала частью вашей семьи. Слуга Цао прибыл с устным указом императора. Госпожа Ван, встаньте на колени и примите устный указ Его Величества. Как потомок императорской семьи Цанянь может встать на колени перед евнухом? Госпожа Ван, вы проявляете неуважение к императору. Отпусти. Его Величество сказал, Ван Лин, дочь семьи Ван, вела себя высокомерно из-за благородного происхождения. Она оскорбила брак семьи Лоу и оклеветала госпожу Чен. Ван Чунь, генерал кавалерии, халатно отнесся к воспитанию дочери, что привело к дерзкому и непристойному поведению.
Из-за родства с его величеством, отец и дочь должны задуматься о своих ошибках. Пусть это послужит предупреждением для других. Госпожа Ван, благодарите императора за милость. Дорогая, что ты делаешь? Ты могла наказать ее наедине, если она не права. Зачем ударила на публике? Чему я обычно тебя учила? В тебе течет кровь императорской семьи. Если кто-то посмеет запугивать тебя, ты должна отомстить. Меня не волнует, высокомерная ты, властная или презираешь других. Но нельзя унижать меня вот так. Император в самом деле отчитал меня из-за дочери генерала. Сюань не остановила это? Не принадлежи, мы с императором одной линии рода. Императрицей была бы я, а не Сюань-Шинянь. Идем, я отведу тебя во дворец и поговорю с ней. Во дворец? Но император сказал подумать над ошибками дома. Ты пытаешься нарушить указ? Я не боюсь императора. Но я боюсь. Семья Ван боится его. Вы все напуганы, да? Но я не уступлю. Shut